Салам алейкум, добрый вечер, Дербент. А где ответный? Алейкум салам, чё ты натуре? Я первый раз в Дербенте, честно говоря, раз. А микрофон, такое ощущение, как будто я голову в баллон засунул. Не взять чуть? Все отлично. Кстати, наши музыканты меня попросили объявить. Группа дагестанская. Столица Дагестана, да, ребят? Отлично, они будут. Да, таких клавиш я не видел никогда, не слышал, честно говоря. Ребята будут сопровождать наш сегодняшний концерт. Концерт Марины Алиевой. Продюсерский центр КР позаботился, чтобы Дербент увидел этот концерт. Мы-то видим почти каждый месяц сольные концерты Марины Алиевой. Но это хорошо, люди просят, и она постоянно поет. И Дербенту, я думаю, тоже будет хорошо от сольного концерта Марины Алиевой. Правильно же? Отлично. Сегодня будет очень горячо, R&B и так далее, попса, все, что вы любите. Так что приготовьтесь танцевать на сиденьях, либо друг другу на голову, как вам уже удобнее. Так вот. Далее, друзья, не буду вас сильно томить, спешу пригласить сюда героиню сегодняшнего вечера, Марина Алиева! Окном.
Всем огромный привет! Я очень рада нашей встрече, родной, любимый Дербент. Мне очень приятно. А вам? Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Мне очень-очень приятно. Я рада вас видеть.